И шармонь. Ага, завел шармонь. Так. Все на электронике. Это мы тут готовимся. Будет замечательное мероприятие в Брестской крепости к 80-летию начала войны. Хорошие люди, исполнители, и мы в том числе. Будем петь военные песни, песни военных лет. Никогда бы не подумал, что 80 лет, а все актуально, да? Да, да, да. Это все там прямо в самой Брестской крепости будет, да? Вот поэтому немножко подразвернись. Да, репетируем. Вот мы репетируем, чтобы не опозориться. Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Ты сейчас далеко, далеко, между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага. Пой, гармоника, вьюги назло, заплутавшее счастье зови. Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. Пой, гармоника, вьюги назло, заплутавшее счастье зови. Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. Или тебе одному закончить эту фразу? По вокале? Да, да, да. Ну, вокале, наверное, да, чтобы я от либидо растянул уже. Да, да. Это так, рабочее. Конце, да. Ну вот, как-то так.